О, люди спешат, торопятся на привоз. Вот как удобно, да? 11-й, он откуда идет? Пенсионерам из Одессы. Подъехали себе, вышли сразу раз на привозик, затарились обратно в трамвай и по домам. Ты что, по-другому, да? Сколько мы времени здесь гуляли, ходили, и трамваев не было, как-то было... Ну, грустно, такое. Да, а теперь вон новый едет, смотри. Один за другим, один за другим. Это Мерседес. Не, наш Одиссей. У нас в депо собирают такие. Кто тебе такое сказал? Да я знаю. Пацаны рассказывали. Где? Ты что, я говорю, в бане? А я в бане? Да, за пивом. В баню. Ну так я поэтому и говорю, что в бане. Третий. Вот третий я знаю, что здесь курсирует. А вот одиннадцатый не знаю, откуда и куда. Ну теперь знай. Показывай, показывай, да. Проходите, тетенька. Не торопитесь. Поехал. Оп. А мне интересно, звонок у этих такой же, как у старых? А? Не знаю, я бы на таком бы прокатилась. Ты, кстати, Ульяне обещал прокатить ее. Прокатим. Все, в следующий раз я не с тобой, а с Ульяной на привоз еду. Договорились. Снимать она тоже тебя будет. Шикардос? Вообще шикардос. Просто класс. Одиссей. Тоже любит карасей. Как по Бродвею. Друзья, всем привет! С вами Детский Липован. Привет, мои хорошие! Эх ты, друзья, привет всем из солнечной Одессы. Как вы уже видели, так ты что, я радуюсь как ребенок, елки-палки. Трамваи пустили, они уже здесь гоняются по мегаполису. Туда-сюда, Старопротофранковская уже, вижу, работает. Преображенская еще потихонечку ведется ремонт. Ну ладно, не за горами и туда пойдет трамвай. Короче, ребята, тачка моя пустая, это значит, оператор аккуратно машина, не трамвай. Но тоже береги мне свое мягкое место. Что хотел сказать? Тачка наша пустая, а это значит, что мы таки приехали на привоз старец с шикарными, вкусными, эх ты, домашними продуктами. У нас не за горами, а это когда, на выходные? В субботу. В субботу. Ресторан «Архимус», город Одесса, Королёва 88/1. Будем готовить хашлама. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Это много мяса, картошка, овощи, короче, и нежное томление. Я за это тоже сниму рецепт. У меня спасибо Дмитрию. Дмитрий, огромная благодарочка. Такой шикарный рецепт подкинул. Так что сделаю. Ребята, вас ждет такая ювелирная работа от тракториста. Ага. Ну что, погнали? Пойди, Семен. Хотел сказать, что там уже лето не за горами. Не-не, ребята, рот мерзнет еще, так что губы вяжет. Потихонечку буду разговаривать по чуть-чуть. Пошли. О, смотри, мы с тобой на привоз. О, мачан. Погнали. И в разные стороны. Катюня? Да, Сережа. Сергуня. Идем к пацанам, к ножевникам. То, что мы отдали свою рамку старинную, которая там лет 300 или 25. Короче, есть там рамка у нас старинная. Под фотографии шикарные, дома лежат, себе потихонечку пылятся. О, опять эта собака, ты посмотри. Катюня, слышишь, у нас уже ни одного выпуска. Ну, наверное, здесь гуляет. Без этой цирковой красавицы. Смотри, как хорошо делает все. Молодец. Ой-ой-ой-ой-ой. Пахлава или пахлава. Что там, что-то турецкое и вкусное. Ой, трамвай, осторожно, Сережка. Оператор, отвычка, елки-палки. Уже надо привыкать, что здесь трамваи гоняют, что... Что, угорелые? Что, как это, что мы по автобаму, когда в Турцию едем? Что хотел сказать, идем к пацанам-ножевникам, заберем, они нам там вырезали вот этим своим... Стеклорезом. Стеклорезом ювелирным, обалденным. Рамочку. Не рамочку, а стеклышки. Работа была трудная. О! Да ты что, приятный хруст колес и зашибись, какой вот этот... Трамвайный звон. А дальше слово я не знаю. Ладно, не автоп, погнали. Слышь, а я на своей тачке тоже как будто бы по рельсам, ты понимаешь? Опача. Все, звонок мне надо еще и будет. А у тебя же есть вот эта штука, в которую дудеть надо. Клаксон? Да. Это от старого автомобиля. Ну ничего. От трамвая, кстати, нет. Нет, ни у кого там лишние звонилки от трамвая, а?
Ого. Катюня, мандариновый рай. В Турции, в Одессе, как в Турции. По 30 гривен. 20, медовые по 25. Хурма 20. Ничего себе. Свежие ананасы по 30. Ты смотри, там вспоминай сейчас, что нам надо, что на работу, что маме. Не знаю. Гранаты. Красота. Погнали. Ребята. Бананчики по 10. Что ты там смотришь? Смотри, дрищи, ласка вопросом он. Я думал, только львовский есть. Видишь, оказывается, еще и одесский есть. Ты что, у нас же есть хлебзавод. Номер 4. Ты знаешь об этом? Ох, там хлеб вкусный. Здрасте. Здравствуйте. Тихо, тихо. Все нормально. Ух ты. Сколько тебе взять? Парочку. И что, ты капает? Парочку только. Мы капусту нашу съели. Засолим новую. Засолили, давай возьмем с яблочками. Ну, надо попробовать. Яблочки 4 нам киньте. Ты думаешь 4, я говорю парочку. Килограмм? А они твердые или мягкие? Ну, давайте 4. Я люблю как раз твердые. Ну, вот как раз твой размер, смотри. Самые вкусные. Так ты что, Катюня, проведи здесь медленно, как оно блестит и ароматно пахнет. Просто класс. И капусточки вкусненькой. Какую ты с яблоками будешь? Да, я люблю послаже. С яблочками. Ты не хочешь попробовать? А-а. Можно я попробую? Да. Аккуратненько возьми, да. Щипни. А что, сколько нам? Килограммчик? Угу. Килограммчик, да. Тихо, у тебя микрофон, хрусти нежно, слышишь? Я глохну, я представляю, что там люди сейчас в обморок падают. Вкусно. От тебя. Вкусно? Угу. Мне ж как-то проживать надо. Глотай, оператор, глотай моего Ваню. И ты как там, выдыхай, бобер. А ты хоть бы спросил, почем капуста? А потом скажет. А капусточка в какую цену сегодня? 40. По 40. А вот такие вот огурчики? 70. 70, понятно, даже не знаю, а перец? 120. И перец. О, вот я бы еще, знаешь, что? Так, давайте это нам. А вот эти помидорки сладкие или кислые? Какие? Вот с сельдереем. Ну, в чем хочешь, я дам попробовать. Ты будешь пробовать? Ну, конечно, буду. Ну все, аккуратно пробуй. А спасибо. Не верю, спасибо большое. Не, спасибо, спасибо, спасибо. Эх, умеете уговаривать. Не хочешь? Вкуснятина. Ну, я бы все хотел. Ну, давайте штучек 6. Пригодится. Какую цену? 70. Вам красных или тех и тех? Мне лучше бурых таких, потверже. А, вот какие есть. А ты что, думала, это яблоки? Треснули от мороза. И тех. О, отлично, да. Цену, да. Вот так. Все. Вот так, да? Нормалек. На 60. Так, и здесь, и того? Солнышко там 80 и 40. 120, 60. 60, почти без дачи, 180. Оператор? Даю. Да не мне, елки-палки, мадам дай. Деньги. О, ёшкин кот, здрасте. Здрасте. Здравствуйте. Вы уже по 50? У меня есть огурчик соленый, да? Угости. Все это дело. Что, с праздничками вас, прошедшими, с какими-то наступающими. Ходили еще купаться, нет? Нет. Ну, хоть... Возраст не позволяет подойти туда уже. Ёлки, боюсь. А я так и не созрел, так что хотел. У тебя еще все впереди, Сережка. Летом. Вот. Мы пойдем летом. Летом. Два раза сходим. Летом два раза. Где вы там на старом месте стоите? Да, вот там. Погнали в гости, узнаем. Капусту пошли возьмем, посолим. Мадам, пройдемте. Ага, слышишь, вот она тачка моей мечты, ты поняла? А на чем ее возить будем? На машине, прицепом? Да я бы тебя здесь возил бы. Ну понятно, а до сюда как доехать на ней, с ней? А до сюда есть такое слово? До сюда. До сюда. Есть, нет? Сюда как ладно, приехать? Разберемся. Google помощь. Здрасте. Здравствуйте. А вот такая в чем? Голубцовая, 30. Не, нам не такая нужна. Голубцовая, нам надо на терке поиграться. На терку вот такую, вот твердая, вот.
25. Вот такая твердая. Ага, на голубцы по 30, на терку 25. А да? Пекинка почем? 35. 35. Так уже горел сарай, горели хата. Помидоры почем вот эта вот гроздь? Такая ось. 75, да. 75. А без палочки этой? Без палочки 70. Вот, и понял? Вот, ребята, смотри, сюдой хочу. Ну, вот это вот... помидора вообще очень ароматная. Очень ароматная. Вот понюхай эту помидору. Ножкинку, точно, как на поле раньше пахло. А понюхайте это, этой другой совсем не почувствуете ничего. А, 5 гривен за запах. Ребята, да. Так что есть за что 5 гривен переплатить. Я понял, пахнет, как у меня в детстве, когда мы раньше ездили. Не, мы раньше ездили, нас из школы посылали. Так что там пахло вот так вот с утра и до вечера. Черри в какую цену? 85. Черри 85. А огурчики? Ну, огурчики. 75. А ты не проходи, как раз, слушай, 75. Мы их покупали по 100 гривен, 55. А сейчас по 75. 30. Ну, было, согласен. Было, да. Что они были дороже. Было. Ну, но ушло, да, и прошло. Почем этот острый, как любит оператор, толстый? 85. И то, и другое, да? Да. Катюня, балуйся не хочу, слышишь? Так, это я вижу по 60 грибочки. А брокколи? Это 100 гривен. 100 гривен. Ой, смотри. Ну прям букет. Так, цветная 35 вижу сам. А лучок крымский из Одессы какой? 120. Ух ты, ёшкин кот. Да. Поэтому вкусный. Так, ну что, яблоки почем? 20. Ну, все узнали? Пошли дальше, да? Ура. Не только мы и во всем мире узнали. Вот это что, семеринка? Это семеринка, да. Дайте мне вот таких штучек 5. Да главное не ящик. Только самых твердых. Ящик, 5 ящиков. 5 ящиков? Не, у меня же еще пока нет той тачки моей мечты. Пока маленькая, так что берем поштучно. Раз. Ну или килограммами. Два. А ну, смотри, чтобы там красивое так, было мне. Давай. Мне потверже, выбери самые твердые. Да ты захочешь сказать, чтобы я люблю твердые и кислые. Ну вот не желтые, зеленые. Зеленые, Сереж. Все, достаточно, мне много не надо. Да? Да. На сегодня хватит? Да. Почем семеринка? Не знаю. Почем? Давай. 20. Слышь, пальцы замерзли, не выравниваются. 20. Давайте на 20. Давайте на 20. Гулять-то гулять. Согласен. Добавляйте такое самое крупное. Сейчас добавляю. Но чтоб не больше. Ну, попробуем. О, и как говорят в Одессе, точный вес, да? Ёшкин кот, слышишь, даже больше. Катюня, два, на. От капусточки 20, да. Вот так вот, может, она у вас и была сегодня, потому что деньги здесь гуляют по привозу, да? Может быть, так что заходите. И самое главное, что они отсюда не уходят, короче, так они здесь и остаются. Как говорят, будьте в Одессе, заходите. О, обязательно. Спасибо. Друзьяки, чего и вам желаем. Будете в Одессе, заходите. А ну пойдем спросим, почем курица домашняя. Курица домашняя? Угу. Ну давай, что у тебя? Ну, просто интересно. Здравствуйте, доброе утро. А почем домашняя? 120? 120. Ясно. А кролики? А кролик 180. А кроличек 180. А курочки маленькие? А курочки маленькие тоже 120, наверное? Тоже 120. Катюня, вся домашняя птица и молодыца. Спасибо. По 120. Слышишь? А. Сереги нет, наверное, опять на почте терки торгуют. Здрасте. Говорджоб. Салют. Доброе утро. А где твой, на почте? Колешь. А, ну зови, сейчас будем. Все. Салют, дорогой. С почты? А? Почти на почте, елки-пал. Что, ты все терки продал или парочку осталось? Катюня, аккуратно. Ой! Да. Нормально все? Да, ну работаем. Человек, которому я вот это вот помог сохранить семью, уже отписался, говорит, Серега, ты пец, чтоб ты был здоров. Сюда-сюда. Жена опять любит, все нормально. Ребята, давайте. Короче, терки еще есть. Что хотел, слушай, а ну покажи вот этого красавца, хотя бы просто в руках подержать. Это что? Какого? А вот смотри, я просто увидел, сразу вспомнил, спартанцы вот на таких вот выясняли отношения. Да, это малый меч гладиатора. Да ты что? Вот они на таких, когда уже... Спарта! Ты какой-то низкорослый, да, от таких движений, да. Это же малый меч, я же не взял двухручный. Ребята, удивительно.
напильника U8. Вот а, что это? С напильника. С напильника U8. А я такой, как это, только в детстве слышал, что из напильников получаются хорошие ножи. А вот тебе да. Серьезно, на да? На самом деле получается, да? Да, напильник U8 марка Стали, одна из таких углеродистых, очень, твердых. Да, твердых. Напильник же, он же вообще такой нескончаемый. А это для красоты или продается? Ну, вообще продается. А что почем сегодня? Ну, вот такой 1600 гривен. Да ты что, ёлки-палки, за напильник, ребята? Чтобы вы понимали, на барахолке дороже. Красота, малый меч, держи. Шикардос. Что, и терки, вижу, лежат, короче. Есть, да. Все, а мы сейчас опять за капустой пришли. Ты мне эту терку подогнал, теперь я как-то уже спать спокойно перестал. Ты мне терку подогнал, я спать спокойно перестал. Все, покажи рамку. Так. Ух ты, ювелирная работа, вырезать полукруглый овал. Так. Давай. Наигрались, наверное, да? Ну, есть такое, да, это одна из таких трудоемких работ. Как это, товарищ Барменталь, вот это ты дал, конечно, слышишь? Так тебе не ножи, тебе надо очки делать. Ты что, вот это сделал, да? Обалдеть, слышишь, а помнишь, у меня вот те очки есть? Да. Я знаю, где надо стекло ставить. Серега, молодец. Там, кстати, пришел человек, ему надо было на карбюратор вырезать маленькое стекло. Ребята отказались, ага. Ну сильно маленькое, и они, в общем, это самое. Ну, не захотели возиться, да? Да. Это же не про тебя, да. Я поэтому к тебе и хожу, что ты парень такой, за все берешься и безотказный. Скажи, у них есть верх-низ? Или надо играться? Да, немножко там. Слушай, оно смотри. Практически. Угадал. Подложечку. Либо да. Маленькую. Класс. Вот это здорово. Тюня. Осторожно, лучше. Что осторожно? Здесь все. Давай, это очки твои новые. Да это он еще душки не делал под эти очки. Слушай, вот теперь фотографии заживут по красоте. Осторожно, не побей. Все будет нормально. Надо ж так вырезал. А ну покажи это чудо опять, чем ты это делаешь. Вот этот вот стеклорез. Обязательно масло. Без масла, как говорится, не помажешь, не поедешь. Не помажешь, не поедешь. Ребята, короче, по аналогии фломастера. Сюда открутил, white spirit или масло залил, и все. Пожизненная гарантия, да? Как я говорю. А но без конца, допустим, и вот края. Именно круглых стекол, оно немножко более трудоемкое. Ну надо, чтобы, как это, вчера ты не отдыхал, и сегодня руки вели себя под контролем, да? Блин, ну очень красиво, Катюша. Сейчас в руках это понесешь, потому что в тачке мои... А у меня фильмоскоп в руках. Ах ты! Обязательно чистый сухим стеклом должен быть. Ага. Сейчас я обрежу. Капельку масла. Это дело мы обрежем. Да ты что, елки-палки, как ножницы по бумаге. Да. Серег, да, не может быть, что она так режет, ребята, допустим, без монтажа. Надо стекло резать. Ну, обязательно, ну, допустим, там маркером мы нарисовали круг. Да. И поехали резать. То есть. А ну давай, мастер-класс. Вперед. Ну, допустим. Дай бог тебе здоровья. Слушай, на морозе еще и такое вот делать. И дальше продолжаем нехитрые движения. Вот мы свели его. Можно немножко, допустим, подбить, чтобы вот пошла строчка. Ага. Видишь, строчка да-да, пошла. Да-да-да-да. Вот. Можно подбивать, можно, допустим, на мягкой ткани, вот когда сделал, переворачиваешь, стекло немножко продавить. То есть оно продавливается и соединяется строчка, но мы не будем как бы играться сейчас. Сделаем аккуратненько. Да. Вот она, строчка, видно, выходит. Да? Да ты что, вот обалдеть! Как по маслу. Обязательно эту строчку надо соединить. Легким вот этим движением. Ага. Вот она, в принципе, соединилась. Все, порядок. Теперь делаем надрезики. Тоже подбиваем. Круг получился. Серега! А чтобы края завальцевать, обычно идет алмазная такая чашка на водной основе. Но так как у нас не было алмазной чашки, то взяли вот такой вот круг. Подручными. Лепестковый. Ага. И шлифанули края. Да, аккуратненько. Вот таким движением.
Ребят, оказывается, не только ножи, так еще и стекла можно. Да, 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 будет сколы делать. А вот именно эти сколы труб. Ну, я так по быстрочку пройдусь. Мы дольше, конечно, играли. Все, я понял, Серега, теперь как это? Отбой по теркам, тебе будут люди заказывать стекла в оправы. Вот, ну вот, чтобы понять, вот в таком варианте. Ну, по всей окружности вот так вот. Раз, два и пробежался. Да ты что, ты маэстро, елки-палки. А ну еще раз напомню, что почем вот это? 250. 250, цена не растет, а возможности безграничные. Спасибо тебе, дорогой человек, обалденно. Да. Кованые, конечно, дорогие, а это из бюджетных, но просто песня. Это дополнение для кухни. Здесь полная как бы коллекция все возможных. Маленькие для овощей, для мяса. На пире даже есть. Это да. Тоже Самура? Самура, да. Да ты что? Здесь используется марка стали АУС 8. Ага. Замерзло. Осторожно. Да. Давай, давай, давай сейчас. Опля. Раз. Японская серия. Слушай, о, тихо, какой он острый. Это самура харакири? Я в тот раз, когда у тебя был, я думал, что это гон, на самом деле, смотри. Нет, да, это действительно японский. Ты шо? Нож найкири, нож сантоку, и вот этот для суши обычно используется. Шеф-нож получается. Да, он как да. Шеф-нож, также за счет того, что здесь идет тонкая легированная сталь, работает просто песня. Ага, ну да. Катюня. Все, мама, в кого ты там пойдешь? Гая. Кого? Смотри, то чистый харакири. Скажи мне, а что почем этот набор вообще стоит? 1600 гривен вот такой вот наборчик. Да ты что, дешевле напильника? Да. Елки-палки. А здесь вся коллекция. Так, это. Скажи мне, у тебя таких много, потому что сейчас, я так понимаю, люди захотят, потому что. Осталось как бы. Чуть-чуть? В ограниченном количестве, но есть пока еще. Понятно. Они короче. Бывают в темном, бывают в белом цвете. Понятно. Ребята. Ручка не бьется, не колется. Серегин телефон. Вот. Серегин телефон. Это этого Сереги, не меня, потому что к ножам это все к нему. Шикардос. Вот это да, кидай все. Так, это... Так что я как видео смонтирую, жди звонков. Потому что на самом деле очень приятные и хорошие. Это тебе. Да не оставьте. Еще раз. Ты что в покое, блин, елки-палки. Катюня. Да я не знаю, Серега, но это спасибо. Супруга смотрит тоже видеоролики, говорит, там серый работает самура, говорит, а что ты до сих пор. А я моя, моя. Ты что, пипец, самура харакири. Ребята, короче, если там кому-то не хватит, то Сереги, знаете, куда обращаться. Приходите, дам потрогать. Обалдеть. Благодарочка. Править только Мусатов. Спасибо. Да, одолжи денег. Править только Мусатов. Все, понял. Только Мусатов. А если что-то, то я к тебе их возвращаю. Да, легким движением. Они очень быстро правятся. Держат великолепно острие. Мама дорогая. Простые, надежные, как винтовка Мосина. 1600. Давай. И пальцы как тот, вообще острейший, как бритва. Оставляет маникюр в салате, так что он оператор, да? Да, он, Катюня, оператор, передаст привет сама себе. Слышишь, Таня, хорошие ножи влазят. Ребята, не переживайте, по традиции денежку дали. Поэтому что? Ножи не дарят. Ножи аккуратненько договариваются, какие мы договорились. Обалдеть. А я вообще-то думал, что я сегодня за мясом пошел. Ты что, а мы будем хашламу готовить? Вы не будете случайно в субботу у нас? Я постараюсь. Постараюсь. С какого... Ну, с часов трех, наверное, будет готово. С утра этот процесс такой долгоиграющий, надо томить. Я думаю, в 3 часа уже будет вкусно. Первое, типа, хашлама? Это больше первое, да. Это мясо, это картошка, это жидкость. Это первое, второе, наверное, вот так вот. Да, это поел, короче, и карася уже потихонечку не хочешь, да. Но те, кто очень хотят, карася заказывайте, всегда есть свежие в наличии. Все, братцы, спасибо, хорошего дня. Спасибо, до свидания. До свидания. Опача. Погнали мы здесь за мясом. Торговля идет. Здравствуйте. Да, что, как дела? С праздниками вас, с прошедшими, да. У вас, как всегда, все вкусно и интересно, да? Не надо, спасибо, мы на поздороваться идем сейчас мясо покупать. И творог, да.
Все, как дела на канале? Все замечательно? На канале развитие есть, но дома больше. Я уже открыла мини-школу для детей. Да, вот, это то, что, то, что надо, да. Суббота, воскресенье, у меня две группы. Теперь клуб для счастливых женщин. Женщин обучают. Вкусняшки готовить. О, замечательно. Поэтому, поэтому немножко с каналом немножко обижаются, конечно, но я им это выкладываю. Редко, но метко. Понятно. Те, кто очень хотят, уже приходят конкретно к вам лично, да, и уже готовят вкусняшки. Ребята, вот название канала «Волшебно вкусно». Так и переходите, там на самом деле «Волшебно вкусно». А те, кто очень хочет научиться, можно уже лично прийти и записаться, да? Одессит уже записывается, да? Понятно. Ой, так я вас умоляю. Это молдавская вертута. Молдавская вертута? Да ты что? Я знаю, елки-палки. Творогом. Молдавская гатута с творогом. Катюня. Обалдеть. Вот с такими вот специями. Вот эта Мариночка, она мне просто лично для меня делает специи. Собирает специи? Да. Если вы что, идите, она вам делает такой набор. А ну, вот эта вот Мариночка, пожалуйста, о, смотри, с красными рукавами. Да. Смотри, как мы брали для Бограча. Я на все, полностью, вот это вся у меня соленая. Паприка, помидоры, сельдерей, кориандр, все, да? И где там Мариночка? Мариночка вот. А вон она, вижу, вот. Вижу, вижу. Да. А ну идем на поздороваться, сейчас зайдем. Да ты что? Бомба, граната, попробуй. Ага, а это знает только Мариночка, получается, да? Спасибо огромное. Зашел. Тюня, да, вот зашли, елки-палки. Самое главное, без химии, без ГМО, чтобы все было, чтобы можно было детям давать, правильно? Так это мы сейчас, детям и маме, короче, отрежем хороший кусочек. Спасибо. Все, спасибо огромное. До свидания. Все хорошо, подайся. Здравствуйте. А можно попробовать этот? А почем он сегодня? 150 и 160. Печеный 160, да? А сливка и сметана? Сметана вот такая. Дайте. Ого. 100. Катюня. Так. Да ты что? Вот это да. Катюня, лизи, помогай. Не, я не буду лизать. Ой, Сережка, чтоб ты был здоров. Ты как тот кот. Очень вкусно, очень. А есть тряпочка? Ага. Знал бы, с собой бы взял. Ну. Вот это далее попробуй, да. Катюня, Катюня масло. Да, ты хотела массаж? Могу тебе что-то натереть. Спасибо. У меня тут есть полезные свойства. О, спасибо большое. Спасибочки. Да. Так дайте мне вот этот творожок попробовать. Пробуйте. Ну все, на. Кусочек я малюсенький, только маленький, да. А вы мне отрежьте, чтобы я туда к вам не... Пробуйте. Вот возьми с краешку пальчиком. Да, конечно. У меня будут... Можно и ножку. Можно и ножку. Да. На качество не влияет. Что, вкусно тебе? Да. Сколько? Мне килограмм в один кулечек, килограмм в другой кулечек. 2 килограмма, да. Может, здесь и будет 2, или здесь больше? Нет, это много, я так много не хочу. А ну, давайте глянем. Нет, тут богато. 2,5. Не, ну... Что, напополам? Ты думаешь? Ну пусть тогда сразу разрежут. Все, тогда режьте напополам, это да. Считаем в одну кассу. 340, 340, договорились. Все. Только вы нам на две части разделите. Все. А ты давай пока деньги готовы. Да я приготовлю, Сережа. Да приготовь. Или у тебя уже готовы лежат. Ты уверен, что мы съедим? Катюшка, ну половину мама, половину мы. Ну понятно, что половина мама, половину мы. Кто бы сомневался. А может сырнички изготовим? Слышишь? Да ты что, умеешь? Ты что? Я-то точно не умею. Ну так вот это помолчите, женщина, елки-палки. Сырники. Ах ты, сказала, как отрезала. Так вот я тебе их и не приготовлю. Вот, я же знаю. Ты на Юру едешь, приготовлю и сам с детками аккуратненько их съедим. Все нормально, это маме. Забери это себе. Да. Маме больше, да. Дай Бог здоровья и вам, и всем мамам. Кто же меня так пожалеет? Мы вас
вас пожалеем. Хотите, себе кусочек оставьте? Или себе кусочек оставьте, хотите? Не надо? А то же вы говорите, кто же меня так пожалеет, да. А масочка почем домашняя? Спасибо за ваши слова. Это вам спасибо огромное, да, потому что время такое непростое. Да. И как я говорю, дети, не забывайте звонить мамам. Вот прямо взял и сразу набрал. Хотя бы справиться как дела, как здоровье, сказать люблю. 340 вы нам тогда сказали. 390 гривен. А, 390? Да. Значит 390, извините. Я правильно посчитала. Все, пусть будет по-вашему, да. Вы судите, там все. Все нормально, 2600, 390. Хорошо. А масло почем я не услышал? А масло, ты упаси пробовать, а тебе кажут цену. Нет, тогда не надо, пусть будет интрига, не надо. Ага, слухаю. Привет, чуть-чуть. Они, ты уже поел, вот так, Сережка? Вот. Да ты что, не рука, а слушай бутерброд. Вкусно. Короче. Шикарно. Слушай, крестьянское настоящее. Ни горчинки, ничего. Просто обалденный мягкий шлейф. Я даю деньги за творог, Сереженька. Давай деньги за творог. За масло сейчас поговорим. Какая красота. Блинчики. Кому лень, тот может прийти купить. Блинчики тут можно купить, слышишь? А? Блинчики можно купить, кому лень. Блинчики, скоро масленица, да. Ну, до масленицы еще, по-моему, ого-го. Ну, уже потихонечку готовится. Где там эта хозяйка зала? А ты не можешь не пройти, да? Да я хотя бы просто поздороваться и посмотреть. Пойдем. Хорошо. Катюша, нас ждут удивительные созерцания. Пошли, пошли. Сала. Здрасте. Здрасте, здрасте, доброе утро. Слышишь, смотри. Здравствуйте. Все лучи солнца прямо на эту красоту. Ёлки-палки. Танечка, день добрый, здравствуйте. Что, ассортимент не меняется, а наоборот, только-только-только дополняется. Я старалась. Катюшка, я сразу говорю, короче, слышишь? Мы ничего не покупаем, вот просто пофотографируйся, сделай красивый, погнали дальше. Да от вас невозможно, а мы уже так напробовались, только что творог, масло, сливки. Сметана? Я так сегодня старалась, а вы не хотите попробовать даже. А когда вы не старались, скажите? Не, это Катюшки, Катюшки. Да ну я вроде же, Сережка. Танечка, я пас, да. Я сегодня без хрена, без 100 грамм, поэтому, блин, мне опасно здесь находиться. Красота. А у меня есть хреновуха. Блин, елки-палки. Говорил, Катенька, на трамвай надо было ехать. Я могу порулить, Сереженька. Трамвай пустили возле привоза. Все, другим разом на хочешь трамвай. Нахерять тебя хреновухи? Я порулю. Да ты что, нам точно не надо сегодня ничего? А? Нет. Почеревочек, бекончик, все дела. А? Сало, вырезка, колбасы, домашние. Красота. Это супермаркет. Дальше не буду спрашивать, что почем. Почем колбаска домашняя? Куриная 160. 160. Свинина. Телятина. 220. Это телятина? 220. Свинина 200. Свинина 200. Ёшкин кот. А кровянка? Кровяночка 100 гривен и 100. 100 гривен и 120. 100, 120. Язычок 20, 220. Алёшка этот порционный почём? Это 200 гривен. 200 гривен. Красный, только сегодня букейку разрезала. Ага, ты понимаешь? Я её целую неделю держала. Вот этот кусок одеяла. Ты что, в другой раз зайдём? Прямо на одеяло. Смотри, какая солонинка у меня очень. Ой, а какая же тут не очень, вы скажите, а? Ладно. Тут все картина маслом. Это без шестничка. Катюшка? Ну, держи я... хамон. Спасибо. Родом из Одессы. А? Ням-ням. Это что, одесская это ветчина? А, таки да. Ну таки да, елки-палки, что ж я, блин, гейт раненый. Лысый, да? Это сказка. О, все, порядочек пошел. Есть, да. Здравствуйте. Что, говорят, у нас лучшие специи в Одессе, да? Да, ты что, елки-палки. И Барбариса, и все есть. А вы здесь все время регулярно, да? Это именно ваше кроме место? Понедельника. Кроме понедельника.
И так из года в год, и уже сколько вы уже здесь? 24 годика? 24 годика человек аккуратненько торгует специями. Мы собираемся на выходных хашламу готовить. А какую нам специю порекомендуете? Набор надо сделать. Набор надо сделать. Да, наборчик. А сделайте нам так, не за счет на казанчик, литра 18. Да, вот такого вот хватит. На ваш профессиональный вкус. Чабер. Чабер, да. Не торопитесь, мы не спешим, все нормально. Да, опача. Ох, тут и сельдерей, и все-все-все, да? Да, тут сбор. Волшебный сбор. Да. Все? Скажите, острота какая? Острота должна быть остренькая. Такая вот процентов так на 60, да. Вот. Перец чили, перец. Это каенский, Катюша. Берегись. От него трескаются губы. А это что? Это пару капель любви. А что это? Это молотая зира. А, молотая зира, обязательно. Такое я немножечко положу. Свой чуть-чуть такой. И вы это вы себе уже дома там перемешаете. 100%, да. А это что? Чего? Это шамбала. Шамбала. А что такое шамбала? Специя? Это травка такая, это листик, пожитник, финугрек еще называется. Угу. Шамбала. Шамбала. Он же чаман. Он же чаман. Бастурму делает. Все в порядок, сколько мы вам должны за это чудо? Дайте 10. Сколько? 10. Да не, какие символические. Давай. Хорошо, скажите, а сколько людям это будет стоить? 20 гривен. Катюня? 20 даю. Гривен? Вот это вот счастье. 20 гривен? Вот это вот счастье. Обалдеть. Все, ох и получится у нас вкусняшка, хашлама. Сколько лет в магазин? Здравствуйте! Здравствуйте! С прошедшими. О, вижу, наш размер лежит, да? Да. Да? Ты что? Вот опять этот мироносец, да? Да. Мощная, сочная. Мощная, сочная. Да, молоденькая, отличная. Чистенькая. Катюня? Я в этом. Я когда шлепаю, о другом думаю. Что, берем это мощное, сочное. Неужели у тебя эта баранина вызывает? Вот такая? Да. Ты что, приготовься, мы с нашим грилем. Я вот такое. Я вот такое целое буду запекать. Давай лучше что-нибудь другое. Ребрышки. Да, она не понимает. А что почем сегодня? 220, вам можно по 200. Хорошо договорились. Берите, всовывайте на веса. Сейчас будем. 1075. Хороший шашлык у нас получается, правильно? Не знаю. Мясо надо брать хорошую. Как не знаешь? Ты же. Я приду еще посчитаю, хороший ли. Заворачивайте. Она вкусная, она молоденькая. Я да. Же видела вас по телевизору, смотрела Киевский базар. Какие там цены на баранину. Чего, у меня чего? Еще сердце не стало. Я сидела на диване, смотрела. И вы подумали, что не там я торгую, да? Да, я говорю, у меня задняя 250, лопатка 250. Я думаю, ё-моё, а я не это еще были предновогодние цены. Она привозит все стабильно, как нас банки, правильно? Надо было все хорошо, кроме времени. Да и дорога то дело такое. Бывает по времени, что вот так вот закручены на месте, что... Ну вы знаете, что здесь всегда идет хорошее мясо. Поэтому мы всегда к вам и ходим. Если на привоз, то без вас не худой. Тем более молодое, озорное. Это вы про оператора? А про оператора вообще? Молодое, озорное. Сочное, мощное. Сочное, мощное. Катюня? Бери, бери, похлопаешь на досуге, Сережка. Точно. Так, давай, мадам, деньги, пожалуйста. Давай. Мадмазель. Мадму. Я хотел спеть самое известное в Одессе. Это молдаванка и пересы. Короче, если хочешь, заходи на гонючек, смотри. Контакты. Снимай внимательно, Катюня. Свежая баранина. И всегда... Что там, скидка от Липована работает, да? Конечно. Аккуратненько. Для всех плюс 10%, как я говорю. А для вас, друзьяки, такие за минус 20 можно договориться. Хорошо, вам хорошего дня. Спасибо. Я оставлю на память. Так ты шо, к барашечку сюда поближе. До свидания. До свидания.
Что ты снимаешь? Без ошибок написано? Ну красиво, смотри, как мясной ряд. Мясной ряд. А он таки на самом деле мясной. Ух ты, мясо. Пошли. Ты на любой вкус. Нам теперь надо. Это мясной, где баранина и все-все-все. А мы берем говядину. Сейчас надо хороший вкусный кусочек шеи. Идем к нашей интересной. Эх, не человек, а продавица, елки-палки. Катюня, перемещаемся в другой мясной корпус. Где мы только сегодня не были, да, Сережка? Хочешь? Здравствуйте. А что почем сегодня? 115 дам за дочек, 110 лопаточки, 100 почеревочек. 100 почеревочек, 115. А шейка почем сегодня? 110. Шейки нету, есть кострец. Кострец. Это он же кострец, а-ля заменитель, да, на шашлычок. Конечно, вот кострец, вот кострец, вот кострец. Слушай, нормально. Пока интересуемся сейчас, нам вообще надо говядина, вы так... Катюня, так уговаривают, что я уже не лагман хочу готовить. Смотрите, я говорю, это 130, 115. Я вижу, да, что мясо просто великолепное. Смотрите, и мягенькое, потрогайте сам. Эх ты, все, в другой раз очень хорошо. Здравствуйте. Здравствуйте. Здравствуйте, доброе утро. Хотим готовить кашламу, поэтому пришли к вам. Шеи надо кусочек есть? Шеи кусочек есть. Сколько надо шеи? Килограмм почем? И почем? Шеечка 170. 170 гривен шея, да? Ну, может шеи, может мякоти добавим. А сколько шеи? Вот это вот она? Если что, осталось шеи. Ага, ну, кидайте ее. Да и нормально. Нормально. Мало? Ты как скажешь, нормально, казан 18 литров. Добавим что-то еще? Добавим, наверное, что-то еще. О, голяшка, музычек. Не, это давай лучше, это вот это... Это выше голяшки, это музычек. Но тоже мягкая, сочная, да, с этими, да, жилками-пожилками. Да. Давай лучше это домой возьмем, этот кусочек. Ее можно потушить, отварить, закрыть. А есть еще такая? Нет, только одна. Блин, тогда домой, давайте сейчас будем... Там вон этих кусочков набери, их и нормально все там будет. Давайте, да, я вам купила побольше кусочков. Вот такие вот? Ну, а чем они плохие? 140 гривен. 140. Так. Хорошо, то домой тогда отдельно, да, считай, да? Да, давай. А мы Хану уже не кормим мясом? Кормим. А ты когда ей давал? 2600. Выбрать еще грамм 400. Да, хорошо, да. Обрезочков. Таких крупненьких, да? Самых мясных. Так, подойдут тебе? Нормально? Подойдут, Катюша. Это же кашлама, ее тушить надо. Хватит? Да не, еще чуть-чуть. И дайте хороших жменек таких, вот сразу можно с бегом здесь брать. Да, да, да. Красивые и с мясом. В общем, вы меня остановите, да? Да. Катюш, смотрите, еще и хватит. Достаточно. Чего, очень красивая жена. То да, все... жена у меня очень красивая, а да. Все там пишут. А я боюсь на нее телефон наводить, чтобы не поплавился... А сколько этих отрезков было, обрезков? На обрезочков было на 162 гривен. 162. Записала? Ребята, если на привозе встретите интересную мадаму с таким кулечком, знайте, что это оператор. Ага. А что хотел спросить? Давайте пока она там насчитывается, по ценам хоть пробежимся. Почем вот такой вот челогачек? 160. Вот это прелесть. 130. Качалочки 240. Филечка была 450. Ага. Биточек 240. Был. Задняя часть 220. Лопаточка 210. 210. Шеечка была 180. Было. Была. Голяшечки 170. Язычок. Язычки 300. О. Печеночка 100. Сердечки 100. Собачья радость 40. Спасибо огромное, особенно за собачью радость. Ребята, таки да. Катюня, а? Что, ты раскидалась? Я и не скидывалась. Что? Ну, я и не рассчиталась. Да, я рассчиталась. Все, вам... Спасибо, до свидания. Замечательного настроения, мы погнали дальше. Туда выходим. Вперед, всего доброго. Идет.
идем? Иду, иду, Сереж. Здрасте. Привет. Здравствуйте. А мы с твоей продукцией готовили. Что мы готовили? Скажи. Что мы не выставили в этот... Кого куда? YouTube видео. Я жду, жду. Какой? Ну, как вы готовили борщ. А ты в курсе, да? Маратик же у тебя покупал мясо. Я тебе сейчас объясню, почему не выложил. Что-то глюканул YouTube, и у меня уже третий день видео не может пройти обработку. Так что я его сегодня удалил, по новой залил, и будем надеяться, что видео уже давно готово, и борщ съели, казан вылезали, все нормально. Короче, уже готовим новое блюдо. Надо было заехать, надо вкусно было. Вышло. Он взлетел за этот борщ, конечно, просто. Так, ты что? А он такой, да, одно, согласен. Одно, немножко картошки мясо и море специй. Очень хорошее. Мясо просто великолепное. Спасибо огромное, да. Мы его так сделали, так его тушили, вот, со всеми, кстати, традициями. Мясо есть на вашу эту штучку. На гриль? Да, бомба. А ты что, у меня такой гриль, что мяса не хватит. Ну вот это вот классно. А почем вот эта радость сочная? Вот это 180. 180. Все. Поехали гриль прогревать. Не, мы сейчас хашламу приготовим, а потом уже опять до гриля доберемся. Потому что я бы такой, что на этом бы гриле готовил днем и ночью. Оператор говорит, Липован, таки надо, нет-нет, да еще что-то костром дымить. Правильно? Поехали. Спасибо. Александр, до свидания. Хорошего дня, пока-пока. Красивый у нас привоз, а? Угу. Здрасте, здрасте, здрасте. Как-то возле этого самого передавали привет в Америку. А, помню, да, вас, да, значит, в мясном, да. Очень рады были, ребята. Да? Все, да, мы от души, так что передавайте им крепкое рукопожатие. Но я должен заметить, что вот ты вживую гораздо интереснее, приятнее, ну как, неприятнее, интереснее. Ага. Ну так оно всегда в жизни, елки-палки. Телевизор делал одно, да, а вживую совсем по-другому. Здравствуйте. Катюня оператор, да. Катюня. Катюня, Катя, да. Катерина, все, вы тоже, класс. Как оператор, вот. Спасибо, хорошего дня. Она еще и как человек интересная, да, как оператор, это вообще... Вы, ребята, тоже такие, вы друг друга стоите. Спасибо огромное, спасибо, хорошего дня вам. А узнал, кстати, сзади. Да? О, по рюкзаку, видишь, куртка-то такое, меняется, короче, а рюкзак не изменен. А еще раз Лене и Гришу можешь привет передать? Лене. Конечно, могу, с меня не заржавеет. Леночка, Гриша. Такие привет вам из Одессы. С самого привоза. Сердце Одессы. Самый Нью-Йорк. Елки-палки, что вы там делаете? О. Давайте сюда бегом, елки-палки. Да. Скоро будет дунайская селедочка пойдет. Так и что, весна в Одессе не за горами. Все, от души. Счастливо. Американцы, счастливо. Сегодня будут танцы. Да, только где? Королева 88-1, ресторан Архимус, мы каждые выходные что-то там чебучим в Казани. Ох, еда вкуснейшая, говорю, потекло, все, хана, вырубай, что-то не позорится. Катюня, что нам яблоки не надо. Здравствуйте, не надо брать, блин. А мы уже взяли, салют, привет. Яблоки? А мы уже, как это? А ты что, этот виноград, смотри, чуть-чуть меньше яблок. Где вы такой взяли зимой? Виноград, девочки, виноград. Только в Молдове. Только в Молдове. Ночью воруем, днем торгуем. Все правильно. Лозунг работает днем и ночью. Яблоко Golden. Чемпион, Катюша? Красавица. А? Он такой сладкий, я думаю, как сейчас... такой может быть? Такой сейчас нельзя за рулем есть, понимаешь, какой он давай, мощный. Берите, смотрите, давайте, давайте. Красивый. Маме завезу. Обязательно. Вот две. Еще килограмма одну гроночку. Килограммчик хватит. Все. Все. Договорились. А ну, глаз алмаз. Ой, ровно? 35, зайка моя. 35. Так ты что, елки-палки? Еще это подарок. Все, спасибо акция, огромное от души. Акция. Пожалуйста. А ты что, такое чудо, я буду... Весь готов тебя знать. Да, все. Хай знает. Ребята из Одессы. Ты что, у вас там виноград, как и яблоки, самые лучшие в Одессе? А я где? Меня не видно. Там. Как видно? Передавай своим братьям привет. Всем. Подольскому нашу. Подоль, всем привет. Погнали. Спасибо, ребят. Сережка такой. Самый лучший пролет на привозе. Такой... Такой самый веселый, так точно. Да. Такой вкусный виноград, слышишь? Катюня, в январе месяце сейчас любой виноград будет. Ты думаешь, но он именно это... настоящий, такой, как вот не а привезенный. Да не, я тебе не об этом. То, что не заграничный? Да, нет, вкусный наш. Такой, наш именно наш. Бубка настоящая. Сейчас сяду в машине и буду есть сразу же. Кодема, Кодема! Здравствуйте! Салют, привет, дорогие!
Как жизнь молодая? Нормально. Что, говорят, ты купался вчера в море на крещение? Не, я не купался. Вот, блин, но купались это... люди так хорошо, у них есть сила. Тоже нет. Есть сила купаться. Да я не купался. У нас нет никакой силы, ты что? А чего у вас нету сил? Они вчера голые ходили. Он боится воды. Спасибо Богу. Я не готов. Мы тоже. Я не готова к этому. Черный принц ваш. Они трусились и молились, и крестились, все за это, как они купались. Ну нормально как это, по телевизору сняли уже хорошо. Нет, да. Самое главное, чтобы здоровье получали все от этого. Да, готов? Мы смотрели, люди купали. Катюня, она там что-то нога грубила, а я буду яблоки. Да. Катюня, как дела? Все хорошо. Регулярно, да. Все регулярно. Ух ты! Тебе это день крещеной воды, подарки, подарки. Спасибо, спасибо, дорогой. Слышишь, нам нужна еще одна тачка для подарков. Для подарков? Ребята, невозможно, невозможно. Ну давай черному принцу килограммчик. Отдавай два. Да куда? В меня. Хотя ты в этом году не кушаешь яблочко. А он меня не кормит. У нас дома лежит килограмм фуджи. Она уже доел, мне рассказывает. Да. Она в этом году по соленьям ее... Понесло. Помидорами что-то надо кормить. Меня всегда надо было помидорами кормить. И перцем болгарским. И этим тоже. Только вы нам потверже выбирайте. Самые дубовые, да, из ящика. Так, тут ребята, 25. Посмотрите на эту прелесть. Ну как такие яблоки смотри, можно не взять? Так и шо? Вот эти. Это тебе шо? И серому. Хорошо? А? Это моди. Ты его попробуешь? Я тебе так моди? Говорю. Моди. Яблоки в моде получается, да? А я люблю вот такие рэпаны. А я уже деньги даю. А то оставь сказать. Я оставлю, потому что она очень красивая. Она тоже улыбается, чтоб продалась. Да, не права. Тариф таки будет. А ты шо? Ты идет сегодня. Без остановки. Все, Катюнь, ну бери свои яблоки. Мне неудобно. Ты Катю чуть снял, в качестве. Потом все просят Катю снять. Так вы бы сказали, что вы видели, что на меня смотреть. Я ее снял, и у нас, конечно, двое детей. Она меня эй, ты! У нас же все по любви. До свидания. До свидания. Давайте мне вот такие вот. В какую цену? Какая хорошая. Прямо в прелесть, елки-палки. Так, и еще вот один. Все, порядок. Да, вот, видите. Что, очень плохое говорили? Очень хорошего люди говорят. Ваш таксист, такой кучерявенький, симпатичный парень, приходит. А, да, есть такой у нас интересный. Есть? Да. Он возил меня утром. Говорил, очень вас хороший. Какой друг, какой классный друг. Пипец, нет, человек огонь. Вот где я лоб. Семья Князевых, чтобы они были здоровы. Были недавно у нас, отмечали день рождения, да, короче, да. Заходим, как так, себе домой. Да, все правильно. Всегда говорили хорошее, только хорошее. Все, спасибо. И вы заходите, будете тоже говорить только хорошее. Что? Сколько за твой сельдерей надо? За сколько? Почем сегодня? А вы людям цены. 35, да? Так, 35 килограмм виноград с удой. А хрена нет у вас случайно? Не, нам надо не в баночках. Хрен такой сухой хреновуху делать. Здравствуйте. Не-не-не, он с оператором куда-то без нее. Куда ж он без меня? Посмотри, как огурцы упали в цене. Елки-палки, слышишь? Почем? Упругие и упали, ты понимаешь? 60. Ну, весна не за горами, правильно? Супердоз. Так, а синеньких нет, там акционных? Внимай сегодня, да? Погнали, пошукаем. Да, очень понимаю. Дорогие. Хрен, ты можешь найти? Я смотрю. Хрен, надо смотреть вот так вот у бабушек по коробкам. Смотри у бабушек. Сушеный. Нету, да? Что-то не вижу я, хрена. А капусточку ты не возьмешь засолить? А как мне ее нести? Может, у Оли на оптом возьмем? Хорошо. Ну,
Нет хрена, да, Сереж? А хрен в дефиците всегда. А чего? А потому что все люди любят. Может, на Олексе заказать? Хрен? Да. Да проще в Кирию съездить и накопать. Я знаю, ну так съезди. У нас на Дунае вдоль дамбы. Нет, туда там тоже у бабушки. Пошли другим разом найдем. Сейчас идем. Яички домашние там. Фасоль. Мы всегда ездили в Прилье. Ага. На Дунае у нас дамба такая. И вдоль дамбы, ага, всегда рос хрен с такими большими, с длинными листьями лопухами. А они что? И себе накапывали его просто. Такой вот дикий такой был? Да, да, дикий рисует просто без остановки. Так что если совсем не найдем, сядем в автобус наш, ресторан на колесах. Упаси Господи, в Килью на нем поехать. Ты меня не довезешь. Не, на маршрутке я тоже не поеду. Я за тобой на машине сзади, хорошо? Давай. Как же я тебя в Килью одного отпущу, Сережка? А там, там, как это, навак, рыбалки. Не-не-не-не-не. Это мое любимое. Ну что, весной обязательно поедем. Угу. Слышишь, леопардовый какой? Да. Из зоопарка сбежал, вот зоопарк. Даже не посмотрел на меня, слышишь? А эти облизываются. Ай, хорошо, да? Ну не бойся, кисульчик. Красивые усички такие, да? И пятнышко черное. Да. Не бойся. Макнулся в чернила. Скажи, дайте рыбы лучше, что вы тут меня снимаете. Идем, нам сегодня как раз не надо, но к бабе Кате обязательно поздороваться надо зайти. Здравствуйте, доброе утро. Здравствуйте. Слышишь, может маме какую-то взять рыбку? Да ты шо, амурчик, а почем? 100 гривен кило. Слышишь, смотри, как все равны, как на подбор. Да, как дядя Черномор. Дядя Черномор. А карп почем сегодня? 110. 110, красава. Ой, за карась даже будет поинтересоваться. 80. Ты шо, чтобы он был здоров, ёлки-палки. Дороже осетрины скоро будет. Здравствуйте, здравствуйте. Мои хорошие, что они сегодня? А вам тоже есть карточка? Да, он тоже без карточки. Возьми мне рыбу для мамы, сделаем такую ей уху легкую. Да, легкую. Хорошо. Хорошую такую. Все, небольшую. Так, ну я уже вижу, карась по 80. Да, ой, нету. Пусть лежит, все нормально, продастся. Так, нам надо вкусная рыбка для мамы сделать юшку полезную. Сладенькую а такую. Нет, это белый амур. А, вот такой интересный? Mm-hmm. Чуть не отловился, да, амур маяки. А что ж ты сделаешь? Карпушу сладенького мне надо. Небольшого? Да, небольшого. Чисто юшечку такую сделать на пару порций. Вот, я на него и смотрел. Огонь рыба. Сережа, 1,5 килограмма, 105 гривен. Договорились. Вы его чуханете? Все. Спасибо большое. Так, да, пока и не для нас, попробую остановить, слушай. Да. Руки там. Да. Все. Да, сегодня все. Мы так чисто для мамы. Вот лещика можно было бы добавить. Нормально, натуральный. Лещ Короче, друзья, вот так вот от всей любви и как это, с хорошим настроением затарил вот эту свою тачку. Да я уже 100 раз показывала твою тачечку, Сереженька, полная. Трамбуем под самые завязки. Сегодня руки свободны, поэтому могу сказать без напряга. Друзья, от всей души с вами гулял, для вас гулял по Одессе Манны, по нашему сердцу Одессы по привозу. Одесский Лепан. Всем пока-пока. Чао.